Да, пошли. А я не знаю, сколько времени. Открыто, видишь же. О, петух там этот же. Помнишь, как тут на этих ходунках, да? Такие пожилые шли, да? Помнишь? Да. Фига себе, как тут высоко. Да, высоко. Вот тут были. Смотри, туда можно тоже зайти. Там что? Там диван, что ли, какой-то? А, клуб. О, ой, как красиво. Настоящее. Красиво, как. Мне нравится. Такой цвет красивый, голубой. Аквамарин. И акустика. Вот это видно, что более-менее, не знаю, старинное или что. А вот там вот, ну я не знаю, они же, это полностью восстановлены? Вообще все? Но оно больше похоже на старинное, чем в этом. Такой ребенок и не хочет свалить оттуда. Ты бы прочитала. Шатырь, мраморная часовня. Украшенная византийским этим орнаментом. Александр какой-то. 19 лет от чахотки. Это не дочка Николая Первого. У него столько было детей, нифига себе. Зачем ему столько детей? Одним больше, одним меньше, как говорят. А зачем такого ребенка я некрасивого? А, я поняла, типа он умер, да? Как бы убегает от нее, вырывается из рук. Я думаю. Нет, это правда, посмотри. Он, видишь, как она его держит, а он падает на нее. Потому что он умер. Поэтому так и сделано. Не знаю.